Всем привет, меня зовут Гюнель, мне 18 лет, и я на X-Factor, потому что я очень хочу выступать. Ну, очень тихая, спокойная, стеснительная у нас. Гюнель и в институт пошла, и все педагоги говорят, очень стеснительная. Это доходило раньше до абсурда, потому что я не могла бы сказать там на остановке. Даже я на улице, там мне нужно было там что-то спросить дорогу, я не могла. Я не знаю, я очень сковываюсь, я очень боюсь. Вот, мне кажется, что больше всего я боюсь именно осуждения из-за моего веса. Не помню, что кто-то в университете мне сказал, ну не мне лично сказал, я просто услышала, что как можно было себя довести типа, до такого состояния. Где-то 90, до 95 где-то вешу. Я весила где-то 110, не так давно. Я чувствую, что это как-то вот то, что у меня преграда моя очень большая. Но она даже сюда пришла, она говорит, мама, я стесняюсь. Мне же скажут, я полная. Тебе страшно? Очень. Вы просто не представляете, я так тут спокойно-спокойно говорю. Я думаю, что даже так видно, что я нервничаю. Да, я как-то хочу все-таки показать, что вот я есть, я какая-то такая все равно. Мне это очень-очень нужно. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Гюнель, мне 18 лет. А что означает ваше прекрасное имя? Это солнце, которое освещает Вселенную. Я надеюсь, оно у вас большое внутри сидит, где-то в душе, правда? Я надеюсь тоже. Что вы приготовили? Я буду петь Demi Lovato «Stone Cold». Отличный выбор. Не подведите, пожалуйста. Can't.
Гюнель, я не знаю, как вы это сделали, но я в этот раз оказался просто слушателем. Мне понравилось ваше исполнение этой песни, и я думаю, у вас есть все шансы пройти дальше. У вас очень модный тембр, знаете, это смесь такого детского пения, детского непосредственного такого бесхитростного пения, особенно на высоких нотах, и вместе с тем очень трогательное какое-то, когда вы поете внизу и тихонечко, и в целом это настолько сочетается и с вашим внешним видом, таким беззащитным, и все это прямо вот, ну, это трогает, это трогает. И вы реально хорошо поете. Это вполне вот прямо, ну, достойно. Хорошо. И халатик у вас такой, как будто вы дорогу строите, знаете, вот прямо к нам, от вас к нашим душам. Это тоже символично и симпатично. Спасибо. Спасибо большое. Скажите, в анкете написано, что вы очень часто перекрашивали свои волосы. Это правда? Да, это так. Какой ваш самый любимый цвет? Красный, розовый. У меня было много цветов. Такие теплые были. Но вы нашли себя в итоге сейчас? Сейчас пока нет. Вот и общее состояние ваше какое-то было немножко такая потеряшка, чуть-чуть. Но в целом мне очень понравилось. Спасибо большое. А как вы считаете, вы хорошо выступили или нет? Ну, я считаю, что неплохо, но есть еще куда расти. А вы как считаете, Андрей? Я считаю, что хорошо. Давайте голосовать. Я говорю да. Спасибо большое. Солнечной девочке я скажу да. Спасибо огромное. Да. Да. Гюнель, у вас 4 да. Спасибо огромное. Спасибо. Вы проходите дальше. Спасибо. Просто вышла, спела свою песню, получила 4 да и ушла. Ну, все, так и надо. Ну, это прям. Ну, давай обниматься, что ли. Боже мой, ты такая девочка наша солнечная. Поздравляю вас. Спасибо большое. Вот еще одно счастливое, замечательное личико.